коллеги, здравствуйте. Расскажите, здравствуйте. Кто вы и зачем вы сюда пришли? Чем вы здесь занимаетесь? Я Георгий Чанин, получается, механик Дмитровского детского дома-интерната. Всегда мечтал о том, чтобы двигаться на электротяге. С самого детства у меня была мечта построить электроцикл, и благодаря вот двигателям Дуино у меня наконец-таки это получилось. Что здесь? Здесь когда-то был китайский мотоцикл Stealth Trigger 50SM, и он превратился в монстра, я не боюсь этого слова сказать. Во главе стал двигатель Дуино, DA100S. Год работы и вот результат перед вами. А здесь я праздник электротранспорта. Мне кажется, было грех пропустить такое мероприятие, создавая своими руками подобные творения. Много людей подходит, интересуется техникой? Да, с самого начала дня подходят люди, интересуются. Очень сильно удивляются то, что это российский двигатель, российская разработка. Им очень это нравится, удивляются, спрашивают, задают вопросы. По возможности отвечают то, что знают. А немного о технических характеристиках не поделитесь? А время разгона, максимальный пробег? Да, все, конечно. Смотрите, у нас здесь получается, как я и сказал, DA100S. Асинхронный, безмагнитный двигатель. Пиковая 15 кВт. В итоге у нас что получается? У нас получается то, что разгон до 100 км в час это 4,5 секунды. Максимальный пробег в экономичном режиме это 150 км. Если в режиме Insane, то в районе 100 км получается. А аккумулятор 60 ампер-часов, контроллер 275 ампер. Вот так. А настройку контроллера и мотора производили сами или уже кит-комплект готовый? Нет, настройку сам все производил. В одном месте покупал двигатель, в другом месте покупал как бы аккумулятор. Все это скомпоновал сам, получается, переделал мотоцикл. И настройку осуществлял сам благодаря помощи Виктора Арестова, Андрея Лотлобова. То, что большое им спасибо, кстати, то, что если бы не они, проект бы еще так как числился бы незаконченным. Все получилось. А система привода как реализована? Система привода – это прямой цепной привод. Ну, правда, сейчас я уже заказал шкивы, то есть это будет ременная передача. Ну, сейчас пока еще классическая цепь. Передачное отношение, получается, здесь 5. Что еще? Прямой цепной привод. Отлично. Результатом довольны? Более чем доволен. Пообщался здесь еще с людьми, нашел небольшие, так сказать, недочеты в своей работе. Внесу корректировки и на следующем электрофесте увидимся здесь. Отлично. Если бы была возможность взять серийный образец любого бренда, который бы вы захотели, поменяли бы данный аппарат на него? Нет, ну это же уже вложил душу, так сказать, как можно поменять. Уже столько с ним пройдено, и, так сказать, и в горе, и в радости провел с этим мотоциклом. Нет, не поменял бы. Как считаете, технология совмещенных обмоток «Славянка» имеет потенциал при выходе на мировой рынок? Безусловно, данная технология имеет потенциал, потому что технология позволяет экономить более 30% электроемкостей. Соответственно, 30% экономия более чем конкурировать может на рынке. А тем более асинхронные двигатели, они, как всем известно, они повсюду. Все производства на асинхронных двигателях. Тесла, Дуино двигатели уже, получается, между ног, так сказать. Да, конечно, имеет место быть технология, уникальная в своем роде. Спасибо вам большое за то, что популяризируете технику, используете наши двигатели, и я надеюсь, что они вас будут только радовать. Большое спасибо вам за технологию. Хорошо, спасибо большое.